뭔가 내용이 이렇게 이어지거나 아니면 반대되는 내용이 있을 때, 자, 이거는 지금 우리 교과서에서는, 우리 책에서는 조금 반대되는 의미가 있을 때. Пришли результаты моих экзаменов, и вот такие вот у меня результаты. Это говорение, аудирование, чтение и тесты разные. И письмо. Мы пришли в спортзал нашего универа. Я вообще в первый раз, наверное, в спортзале занимаюсь на тренажерах, и здесь телевизоры, чтобы было не скучно бегать, видимо. Мы пришли в кафе, и здесь, представляете, вообще нет людей абсолютно. Сегодня суббота, день, час дня где-то, и вообще никого здесь нет. Но мне так нравится такой минималистичный дизайн в этом кафе. Короче, мужу принесли сок клубничный, он его уже половину выпил, и прибегает девушка и просит, мы так и не поняли, зачем, просит, короче, переделать его. Что-то она там не так, видимо, сделала. И она переделала, налила ему опять полный стакан сока и дала нам еще в качестве извинений такие вот шоколадки, печеньки. Домой закупились в Дальсе, и я, короче, по ходу увлекаюсь постепенно садоводством. Купила два вот таких вот горшка, землю и семена зеленого лука и салата. Вот, кажется, я теперь понимаю свою маму. Ну что, все, вроде посадила, теперь будем ждать несколько дней, пока появятся ростки. И миленькие щипчики. Ага, маленькие только. Вообще не особо фанат карамена, но вот если вот такое, очень вкусно. Я пришла, зайка. Какие они огромные. И ты пришла? Вспомнила меня? Да. Как зовут? Как их подзывать к себе? Они не отрицаются, что если собака пришла. А если они так лежат, к ним можно подходить гладить? Ну вот к этой я бы не стала. Да? Потому а он к тому, коричневому.
Пока. Капец, они большие. Мне так страшно, не думала, что они настолько большие. Это большие собачки? Ой, медвежонок маленький. Маленький, какой маленький медвежонок. Это прям медведь. Моё большое. Ты спать хочешь, да? Замутили тебя все. Ты хочешь зайти, искали все. Это кто это, девочка, мальчик? Посмотрите, какой он просто огромный. Какие лапы. Какая у меня рука, какая у него лапа. Ревнивица пришла. Едем в магазин закупаться продуктами. Очень быстро дома заканчивается еда. Вот, и поэтому сейчас едем за едой. Посмотрите, какой гриб огромный. Вау. Вау. Когда я говорю, что корейцы едят рис совсем, с любой едой, я говорю правду. Смотрите, тут теперь даже продают рамен вместе с рисом в комплекте, чтобы можно было поесть рамен с рисом. Так, ну что, мы дома. Показываю, что купили. Грибы. Грибов мы купили много даже как-то. Вот, шампиньоны вот такие. Вот еще я точно не знаю, не помню, как они там все называются. Дальше круассаны такие решила попробовать. Я не знаю, они с чем-то внутри или нет. Сейчас буду пробовать с чаем. Потом паста. Ну, такая она уже готовая, просто нужно разогреть и все. Тоже решила попробовать, не пробовала еще такую. Вот такой вот стандартный, наверное, такой набор для самгитана. Здесь разные корешки, финики, деревяшки и курица. Мы покупали это все по отдельности. Потом тофу. Это полынь. Корейцы варят из него суп. Дальше два таких кабачка. Перец. Муж очень его любит, и я в последнее время тоже начинаю его есть. До этого не ела. Мне казалось, что он такой острый, но сейчас вот мы покупаем уже который раз, и я пробую, и мне нормально, в принципе. Лук. Это для волос я купила. Далее. Это водоросли для миокука, для супа миокук из водорослей. Там картошка. Это рамен и чаджанмён типа. Такой, ой. Вот такая вот лапша. Черная лапша, называют ее обычно. Так, потом это муж купил себе макали и баночку пива. Макали — это такое рисовое корейское вино. И я себе купила еще кое-что. Это такая пахучка для дома. И купила еще один такой горшок. И здесь базилик. И вот это вот, ну, короче, какая-то зелень. Тут в Корее очень популярно. Что-то типа лука, но вот какой-то, я не знаю, как
на русском он называется. И едят ли такое вообще в России? Вот. Но это что-то типа зеленого лука. Похожее очень. Ну и на этом я буду, наверное, заканчивать этот влог. Спасибо большое, что посмотрели его. Ставьте пальцы вверх, если вам нравятся такие видео, если вам нравятся просто такие повседневные мои видео, влоги с моей повседневной жизни. И на этом все. До встречи в следующем видео. Всем пока!